Вчерашний визит в город Бориса Дубровского стал третьим за последние полгода. Для Миаса каждое посещение приносит свои ощутимые результаты. Сегодня глава округа Игорь Воинов рассказал о своих впечатлениях и планах на будущую работу в рамках стратегии 2020, озвученной главой региона. Наверное, на таком политическом уровне, это политический все-таки уровень губернатора, наверное, должны быть посылы именно вот такого вот порядка. Но при этом Борис Александрович любит вот какую фразу. Я, говорит, все оцифровываю. Пример. Я ему вчера на детском садике говорю, у каждой из 12 групп есть своя веранда, свой участок. Он давай пересчитывать. Я говорю, вы насчитаете сейчас 7, потому что другие 5 с другой стороны. И он еще раз сказал, что он все оцифровывает. Поэтому вот эта стратегия 2020, о которой много говорят, и даже попытались, чтобы я ее как-то оценил, я говорю, сейчас невозможно ее оценить. Сама стратегия – это 20 минут выступления губернатора. Но при этом дано поручение правительству, всем абсолютно ведомствам, министерствам, в течение 3 месяцев разработать ее конкретное воплощение, и именно его оцифровать. Вот тогда мы с вами сможем говорить. Вот такие задачи поставлены губернатором, ведь он внимательно будет смотреть по каждому из направлений, а что же в действительности, то есть как достичь тех 6 цифр, о которых он говорил, производительность труда, заработная плата, валовый региональный продукт и так далее, значит, в конце концов, сколько квадратных метров на человека должно приходиться. Вот мы посмотрим тогда, и вот тогда мы сможем, во-первых, оценить, насколько четко проработана стратегия,